На 27% выросло число заявлений на предоставление услуг, которые поступили в региональное управление Росреестра. Таковы данные по итогам работы ведомства в минувшем году, обнародованные в среду 17 марта на итоговой коллегии. Подробности у Романа Быкова. Почти 286 тысяч заявлений на проведение регистрационно-учетных действий поступило в минувшем году в региональное управление Росреестра. Рост по сравнению с 2019 годом составил 27%. При этом почти в два раза увеличилось число обращений, поступивших в электронном виде. Всего их доля составляет уже 40%. Все это повлияло и на статистику. Федеральный бюджет получил доходов больше, чем на 20%. Более 258 миллионов рублей. Выгода и для простых граждан. Ведь качество данных заметно выросло. Для того, чтобы наши граждане, жители Тверской области, гости региона, кто имеет объекты недвижимости в области, могли максимально качественно и быстро получить государственные услуги, максимально качественно и быстро зарегистрировать свои права на объекты недвижимости. Попутно Росреестр продолжает активную работу с органами исполнительной и законодательной власти в части внесения в ЕГРН сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости земель, поиску собственников, а также по уточнению границ участков. Очень плотное взаимодействие у нас налажено. Мы даже практикуем сейчас с нашими коллегами с управления. Это так называемые нулевые чтения. То есть, когда готовится какой-то законопроект, где требуется описание границ, например, то мы заранее уже связываемся с коллегами для того, чтобы проверить, как правильно описано. Кроме того, по государственным программам выдачи льготной и сельской ипотеки в минувшем году управлением Росреестра зарегистрировано по 356 и 368 сделок соответственно. Всего же ведомство оформило более 21 тысячи фактов приобретения всех объектов недвижимости. Особо стоит выделить проект «Земля просто». Это расширение перечня населенных пунктов, подпадающих под этот проект, вовлечение земельных участков в оборот по индивидуальному жилищному строительству, многоквартирным жилым домам. Эту работу под эгидой Росреестра мы будем продолжать на территории области. Еще одним важным показателем работы Росреестра за минувший год является снижение в три раза количества случаев отказа в регистрации прав и постановки на кадастровый учет. В 2020-м таких решений было вынесено чуть более 2000.